В одном из городов Восточной Англии находится самый престижный вуз мира, который занимает самые высокие рейтинги. И если высокие рейтинги для вас – это норма, то это кресло также специально для вас. Мы представляем вам кресло Cambridge российского производителя компании Thatcher, который удивляет нас не только дизайнерскими решениями, но и технологическими новинками. Уникальная особенность – это шарнирный подлокотник. Механизм выстроен так, что когда вы откидываетесь на спинке, подлокотник двигается вместе с вами, а ноги остаются в исходном положении. Комфорта добавит и мягкая накладка, ну а дизайн усилит, конечно, серебряная вставка. Обивка выполнена из комбинации искусственной кожи и сетчатой ткани. Набивка из пенополиуретана. Ролики выполнены из полиамида с мягким, тихим ходом, который бережно относится к любой напольной поверхности. Механизм качания от 0 до 15 градусов с возможностью фиксации в любом положении. Также возможна регулировка жесткости под вес сидящего. И самое главное – это удобное, легкое и плавное возвращение в исходное положение, несмотря на шарнирный подлокотник. Высота посадки регулируется газлифтом третьего класса с ходом до 10 сантиметров, ну а цвет? Цвет возможен в двух различных комбинациях – черная искусственная кожа и серая сетчатая ткань, коричневая искусственная кожа и бронзовая сетчатая ткань. Изделия доставляются в разобранном виде в упаковке весом не более 21 килограмма. Также в упаковке вы найдете инструкцию по эксплуатации и инструкцию по сборке данного кресла. Для того, чтобы собрать это кресло, вам понадобится не более 30 минут. Гарантия полтора года. Ну а мы рекомендуем это кресло в современные офисы. Мы рекомендуем это кресло в современные квартиры. Мы рекомендуем это кресло в современные кабинеты. Ну а я заберу это кресло себе.